В Ангарске начались отборочные туры в рамках Международной ассамблеи искусств «Байкальская сюита». Они проводятся на трех площадках – в ДК «Нефтехимик» по хореографии, в ДК «Энергетик» по вокалу и хоровому пению, во Дворце творчества детей и молодежи по декоративно-прикладному искусству. В рамках международного конкурса на сцену выйдут дети из Ангарска, Иркутска, Шелихова и Усолья-Сибирского, Заларинского, Нукутского, Нижнеудинского и других районов области. Очень приятно, что в Ангарске проходит такое серьезное хореографическое мероприятие, серьезный конкурс. Я, конечно же, хочу пожелать участникам творческой удачи, успехов, преодолеть свое волнение, показать свои лучшие результаты, показать все, на что мы способны. Отборочные туры будут проходить в течение трех дней. Участники, набравшие высшие баллы, примут участие в заочном этапе международного конкурса.